Добрый день или вечер, дорогие товарищи, друзья, коллеги. Мы хотим вас сегодня поздравить с наступающим Новым годом, 20-м. Хотим проводить 19-й год, что и все плохое, то, что было в этом году, и какие-то нюансы, и какое-то недопонимание среди наших трудовых коллективов, вот, оставить в этом году, чтобы в следующем году все было хорошо, чтобы мы жили по справедливости, никого просто так не наказывали, работали спокойно, честно, чтобы все было у нас в наших коллективах, метро, трамвай, троллейбус у нас сегодня присутствуют, как бы, товарищи, вот, чтобы все у нас было мирно, спокойно. Наше обращение, чтобы в новом году всем здоровья, счастья, любви, взаимопонимания всем рабочим, работникам, которые, да, пускай кто-то ходит в форме, кто-то ходит в робе, кто-то ходит в дорогих костюмах. Вот. Это как бы для всех. Чтобы всем здоровья, детям нашим, чтобы все были радостные, спокойные, улыбались, улыбок побольше, чтобы все было взаимопонимание. Нам, работникам, много, в общем-то, не надо. Мы заинтересованы в том, чтобы наша страна крепла, Россия, чтобы развивалось производство, наука, образование, чтобы люди жили, чтобы люди детей рожали, и было счастье в семьях, и здоровье, чтобы было у всех. Ну а это само не получится, для этого надо потрудиться, и не только на своем рабочем месте, но и на ниве общественной. Поэтому, думаю, надо пожелать всем нам не только счастья, здоровья в личной жизни и трудовых успехов, но и успехов на ниве общественной, на ниве рабочего движения, на ниве наведения порядка в нашей стране, которую должен сделать рабочий класс. Все верно. Давайте теперь поздравим всех с наступающим Новым годом! Спасибо!